Всем привет, с вами Катя Карандаш. И сегодня мы будем снимать распаковку на два слайма. Вот таких вот. От Мистер Бу. Вот. Да, Мистер Бу. Так. Значит, первый слайм красный с вот такими вот, я не знаю, как это называется, с вот такими добавками. Ну да. А второй слайм с похожих на наклейки, такими фишечками, так сказать. Начнем мы с вами с, пожалуй, этого. Так, я отодвину. Так. Он на прозрачной основе. Ой, тут уже как будто кто-то открывал, но никто не открывал. Он кристально прозрачный. Кликает. Так себе, ой, немножко бьется. Если его медленно тянуть, то растягивается. А так, если смякать, то как будто разваливается на кусочки, но остается целым. Ребята, пишите в комментариях. Изменять этот слайм или нет? Ну, такой вот, зеленого цвета, с цветочками. Давайте я сейчас покажу один. Попробую достать. Вот такие, ой, извините, вот такие, так сказать, цветочки. Кликает, не очень. И разваливается на кусочки. Ну, слайм, так сказать, не очень. Это уже видно. Не хрустит, не тянется. Можно сказать, как какой-то, какая-то, это просто какая-то непонятный лизун. Нет, короче, это какой-то покупной лизун, похоже, очень сильно. Но не знаем, это по-моему, помню, баночка хорошая. Я уже уверена, что он не увеличился. Хотя, ребята, он увеличился. Смотрите, да. Ну ладно, так уж быть, положим его сейчас. Сделаю. И теперь посмотрим красный слайм. Откроем. С такими добавками. Откроем. Если вы хотите, чтобы это тоже было изменено, тоже пишите в комментариях. Кстати, в этом слайме набралось очень много пузырьков. Достаем. Вот они, баночки синие. Крышечка. Так. Давайте я вам покажу добавку, она какая-то странная. Мне она не очень нравится. Извините, попала. Это с вами гораздо лучше. Здесь прозрачные такие. Есть синие. Пузырь не надувается. Нормально все. Так. Ну, рвется как прошлый. Да. Мне уже не терпится их изменить. Но я дождусь ваших комментариев и лайков. Чем больше лайков, чем больше шансов, что я его изменю. Их. Потому что я буду изменять сразу два слайма. Красивый, очень слайм красивый, но рвущийся, не хрустящийся, разваливающийся на кусочки. Давайте я попробую вот так вот долго делать. Смотрите, он разваливается, просто эти штуки выпадают. О! Блин, я не могу показать. Так вот. Не очень. Ой, ребята, стянулся. Ну, пузырь не надулся. О, чуть-чуть хрустит. Слышите? Совсем чуть-чуть. Ой. Ребята, хотите с вами и... Короче, эти слаймы, даже если немножко плохие, то все равно залипнуть в них немножко можно. Вот, прошлые моменты, помните, я не разговаривала. Это я залипла на этих слаймов. Ну ладно, сказать не буду. Подожду ваших комментариев. Да, у меня тут все выскакивает, ребята. Я сейчас всю комнату буду убирать после себя. Все время что-то выскакивает из этого слайма. И, кстати, тут написано, что это антистресс. Ой, антистресс лизун. Такие вот на сегодня антистресс-лизуны были. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, изменять мне эти слаймы или нет. Я хочу их изменить, они красивые. Ладно, всем пока!